Всем привет, с вами компания Видеодоска. Сегодня отличная погода, а это означает то, что вам самое время посмотреть наш новый ролик. И сегодня мы пройдем в компанию Валта. Добрый день, Николай. Здравствуйте. Сейчас мы находимся на вашей студии Валта. Расскажите, пожалуйста, кем вы тут работаете, что входит в ваши обязанности, чем вообще занимаетесь? Да, смотрите, вот совсем недавно, получается, полностью запустили студию, всю работу в ней. Конкретно мы здесь являемся как соучредителями, сооснователями студии с Сергеем вместе, ну, вдвоем. Так, работаем в IT-департаменте, я специалист IT-департамента, да, принимаю такое небольшое участие в формировании, становлении студии и помогаю ее, скажем так, развитию инфраструктуры внутренней. Здесь происходят съемки сейчас для внутреннего клиента, для сотрудников компании Valta Pet Products. Мы снимаем вот на этой видеодоске, получается, происходит съемка вебинаров, прямых эфиров для розыгрышей, возможно, каких-то образовательных мероприятий. Вот сейчас проект, который сейчас идет, это называется «В гости к Валте», и к нам приходят дети, которые хотели бы в дальнейшем работать, и мы им рассказываем про наши профессии, про то, какие трудностями мы сталкиваемся в наших профессиях. Вот, и сейчас вот записываемся обычно на такой доске. У вас сейчас доска с белой подсветкой стоит, есть панелька для того, чтобы менять цвет. Вы используете какие-то классические цвета или, ну, для, смотрите, детей, допустим, там красный, розовый? Для детей обычно, ну, мы как, мы записываем заранее видео на этой доске, используя белую подсветку, и потом детям предоставляем уже готовый материал. Но бывает, что некие у нас передачи или какие-нибудь розыгрыши, которые носят такой веселый характер, да, мы используем RGB-подсветку, и фоны, естественно, тоже меняем. Все зависит от композиции, того, сколько людей у нас должно находиться в кадре. Может быть, у нас здесь двое будут сидеть, может быть, стол есть, да? То есть еще от презентации смотрим. Обычно у нас спикер находится вот там, где ты стоишь, а здесь вот, вот в этой части, получается, доски находится презентация. Вот. И свет тоже подбирается под композицию общую, чтобы было достаточно красиво. Бывают еще презентации, когда спикер может использовать маркеры. Да, это нужно для того, чтобы показывать на графиках. Да, то есть у нас есть корпоративный университет, который без графиков обходиться не может в своих презентациях, поэтому они используют такой вот, они начинают писать здесь и, получается, как-то контактировать с зрителями. Здесь установлена не просто обычная какая-то доска, а это сенсорная доска. И если установить на нее специальный софт, чем мы и займемся в ближайшее время, можно писать прямо в воздухе, не используя при этом маркеры. Нам не нужен кликер для того, чтобы что-то переключать на доске сенсорной. Мы можем это делать с помощью пальцев. Используйте хромакей, чтобы создать локацию? Или да, смотрите, фон. Здесь мы используем просто фоновые части, да, для того, чтобы быть контраст с одеждой создать. Да, то есть спикеры не всегда могут одеваться в черный или там в белый. Мы делаем контраст, используя фоны для этого. Восстанавливаем композицию. Мы в той части комнаты можем пойти посмотреть сейчас с вами. Да, давайте, да. Создается композиция здесь. Мы делаем композицию. Естественно, вот этот угол у нас предназначен для того, чтобы создать виртуальное помещение или виртуальную такую комнату, где можно поговорить. Вот эти обычно два кресла мы берем, ставим, и как бы такой разговорный формат приобретает телешоу. А телевизор вы используете? Телевизор здесь используется для текста, подсказки для текста. Нам присылает заказчик текст в формате Word, и здесь выводится, получается, текстовка, и он сможет сидеть там, читает, видит отсюда. Ну, еще достаточно удобно для вебинаров, допустим. Ну, да, да, вебинаров у нас просто мы как там привыкли использовать на видеодоске, а здесь некий вольный формат у нас устраивается. Здесь, потому что можно хорошо обыграть это все дело светом, да, и подобрать нужное освещение. Как вам в использовании вообще ПДЗ-камеры? Слушайте, нам очень нравится, потому что сейчас мы запустили формат ток-шоу. Ребята снимают ток-шоу, и когда сюда приходят эксперты, мы устанавливаем несколько камер, да, и потом уже собираем из этого красивую картинку. ПДЗ-ки стоят достаточно близко. Я так понимаю, они управляются с пульта все, правильно? Да, все верно. Полностью темное помещение, вообще ни одной прослойки света. Вот только там маленькое, вот видно, окошечко. Полностью все покрашено в черный, черные стены, черные шторы, поролон для того, чтобы поглощать шум. Полностью готовили это помещение для того, чтобы здесь можно было качественно снимать. Blackout шторы, и, кстати, они какие-то супер плотные. Давайте посмотрим, что там за окном у нас. Отличная погода для того, чтобы снять очередной контент для видеодоски. Использование телесуфлера, как его часто применяют вообще? Его применяют
только те люди, которые вот достаточно сильно боятся говорить на камеру или которые могут забывать свой текст. Мы используем телесуфлер в этом случае. Если же есть какой-то вольный формат или не нужна подсказка, и человек может сам сориентироваться во время презентации, телесуфлер не нужен. А какие-то дополнительные источники освещения? Ну, здесь в качестве дополнительных вот эти вот используются боковые. Боковые, да. И как бы вот эти мы всегда оставляем включенным. Естественно, видеодоску всегда оставляем включенным, а боковые вот по необходимости, если нужно. А бушки используют или все-таки петличные микрофоны? Там используем петличные, здесь используем пушки. Есть ли разница между вот микрофонами и пушками? Ой, слушайте, вот мне как непрофессиональному пользователю фотостудии, если честно, тяжело вам так вот сказать сразу же. Есть какая-то разница, но я ее не вижу, честно. Вот для меня все устраивает, все идеально. У вас, я так понимаю, прям каждый день используется студия? Каждый божий день, она очень каждый сильно день. Нагружена, потому что весь контент-план, который генерит компания, он просто огроменный. Студия загружена 24/7. А в выходные, я так понимаю, кто-то занимается видеомонтажом, да? Да. Да, Матвей у нас монтажер, он занимается выходные, день и ночь, работает, не покладая рук. У нас есть еще моушн-дизайнер, это Аня, она сидит вот там в углу, ее сейчас нету. А здесь находится руководитель студии, и здесь это просто стол для оборудования. Но, в принципе, если будем расширяться еще, то планируется еще найм сотрудников. Это рабочее место оператора, здесь у нас звуковой микшер. Достаточно большой. Экран на 49 дюймов, изогнутый для того, чтобы вводить, допустим, картинку с нескольких камер и одновременно управлять ими. В данный момент здесь происходит монтаж видео. Здесь еще стоит очень красивый столик с черной тканью, где можно выпить из графина стакан водички, чтобы очень быстро пройти на студию и продолжать съемки. Большое спасибо компании Valta за то, что позволили нам сделать обзор на студию, которую мы установили. Все сотрудники довольны. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Переходите в наш телеграм-канал. Всем удачи, всем пока.